Добрый день всем. Немного подождем, кто у меня присоединяется к эфиру. Тема моего эфира. Секундочку. Тема моего эфира – кто такие лидеры огонь? И сейчас я вам расскажу. Всего население нашей планеты делится на 5 категорий. Первая категория. Огонь. Это люди, которые всегда в поиске. Им всегда нужно больше всех. Они всегда что-то ищут. У них есть цель. Они хотят добиться большего. Эти люди имеют точку энтузиазма. То есть им всегда больше всех надо. За дело они берутся изо всех сил, несмотря ни на что. Ни землетрясения, ни вулканы. Ни цунами не могут никак прекратить их бурную деятельность. И эта деятельность направлена именно на их цель, на цель и движение к мечте, ее преодоление. Они готовы к переменам, они хотят изменить свою жизнь и ищут для этого возможности. Таких людей всего лишь 1%. Среди всего населения. Вторая категория. Люди воск. Это люди, которые тоже имеют точку энтузиазма, но и небольшую точку сомнения. Они очень могут превратиться, расплавиться, как бы, да, из-за небольшой похвалы, но искренней, из-за душевного тепла. И такие люди тоже могут стать лидерами, так же, как и лидеры огонь. Таких людей на планете всего лишь 9%. Третья категория – это вода. Но вода есть вода. Река везде найдет себе дорогу. Может расчистить на своем пути и камни, а может остановиться, как стоячее болото. Или плыть по течению по этой реке. Ручеек тоже может найти себе какие-то извилины. То есть река везде найдет себе место, как бы, да, расчистит или найдет дорогу. Таких людей на планете 60%. Точка сомнений у них постоянно. Они могут быть основными клиентами. Они приобретают продукцию, делают заказы, ну, оформляют заказы, иногда приводят с собой людей. Но, в принципе, это как бы балаболы. Четвертая категория людей – это металл. Таких на нашей планете 20%. Они постоянно в точке раздражения. Их всегда все не устраивает. Не устраивает власть, не устраивает страна. Где бы они ни путешествовали, им тоже все не нравится. Даже покупая продукцию, они говорят, состав не тот, все мне не нравится, все мне не подходит, эксперты не звонят, я им позвонила, они не отвечают. То есть люди всегда раздражены и недовольны. И такие, заметьте, 20%. Они, ну, всегда раздражаются по пустякам, ничего не хотят делать, всех обвиняют, ругают, сами никогда не бывают виноваты, и они не хотят выходить из зоны комфорта. Пятая категория. Люди – камень. Таких 10%. Они как бы находятся в летаргическом сне. Представляете, сколько им нужно приложить усилия для того, чтобы разбудить этих людей. Если люди четвертой категории металл еще можно как-то разбудить, да, или расплавить, но для этого столько надо прилагать усилий, своей энергии, чтобы найти ответную реакцию, то люди камень, ну, сами понимаете, для того, чтобы растопить камень, нужно 2000 градусов. Немыслимые температуры. Но когда вы его
Разбудите из его летаргического сна, он может стать огнем. Вспоминайте историю. Из искры возгорится пламя. То есть камень, кремень, можно добиться такого эффекта, что он издаст искры, из которых вы можете произвести пламя и огонь. А потом уже они станут лидерами и могут также принести огромную пользу вашу команду, да? То есть их, вот этих людей камень, нужно суметь разбудить и потратить на это много времени. Но если вы этого добьетесь, то тогда, конечно же, будет огромная польза. Так вот, кому, какой категории людей сейчас я себя могу отнести? В данный момент я считаю себя человеком первой категории, лидером, огнем. Почему? Да потому что вся моя жизнь шла к такому, как бы, своему, и идет к такому завершению логическому. То есть в свои 38 лет я стала подполковником милиции. Не благодаря каким-то знакомствам, не благодаря еще каким-то таким спонсорским, да, вещам, я шла к своей цели. После политехнического института я стала программистом. Работая в милиции, я работала в отделе ИТ, создавала свои программы. То есть за мои заслуги руководство меня поощряло. Звание подполковника, оно немало значит. Я в 42 года уволилась. Ну, были такие у нас времена. Увольнение могли уволить по любому щелчку. Но я не могла, как сказать-то, быть Лиза чего-то. Поэтому вы понимаете. И попала под сокращение. То есть, я не стала унывать. Я не стала сидеть на месте. Я устроилась в другую компанию. И там я стала начальником отдела ИТ. Там я пробыла недолгое время. Ну, там свои обстоятельства, руководство сменилось. И далеко было добираться на работу. После этого я перешла программистом в одно из медицинских учреждений. Там я тоже стала ведущим программистом, достигала всего только своим трудом. Все программы, которые я написала, работают до сих пор. Также они еще до сих пор работают и в милиции, представляете? То есть сколько времени прошло, я всегда добиваюсь своей цели. Иду, можно сказать, упорно, с дисциплиной и самодисциплиной у меня все обстоит замечательно. Я постараюсь, я всегда стараюсь делать все в первую очередь, не откладывая в долгий ящик. И поэтому я считаю, что достигну больших успехов. Я хочу стать лидером нашей компании. А в нашей компании грех не стать лидером. Как говорил один из наших топ-лидеров нашей компании, к нам не присоединяются только те, кто не понял, или тот, у кого совсем нет денег. Ну, естественно, деньги – это понятие наживное, а понять вы должны сделать выводы сами. В нашей компании столько преимуществ, ну, просто не описать словами, сколько их и перечислить, начиная с прозрачного, честного маркетинг-плана. У нас есть собственное производство не только в России, но и за рубежом. К нам присоединились недавно такие компании, как Далее, это из Сербии. На минуточку, компания со столетней историей, представьте себе. То есть это насколько надо поверить, довериться руководству нашей компании. У нас президент Татьяна Гороховская и наш Юрий Гичев, это просто легендарные личности. Они уже 28 лет практически у руля с самого начала. Есть у нас и Аква Вива в Италии. Производство, коктейли Кеформа, наверное, все слышали. Спортивная, олимпийская линейка.
также. Сейчас у нас есть собственные сады в Узбекистане. И недавно наши лидеры съездили на производство, буквально вчера они оттуда вернулись и еще возвращаются, открыли собственное производство в Узбекистане. Вы представьте себе, то есть не, кроме садов, а еще и собственное производство. Натуральные витамины, натуральные продукты. Но это дорогого стоит, я считаю. То есть все свое имеем у себя. И сами же производим. Также в нашей компании очень хорошая клиентоориентированная программа. Если вы приобретаете покупку, то на следующий день, в зависимости от того, на сколько баллов вы приобрели покупку, у вас кэшбэк в личный кабинет к вам поступает. Ну, где такое было? Ну, я не знаю. Причем кэшбэк не маленький, до 15%. А если вы становитесь бизнес-партнером, кэшбэк 25%, если вы делаете 100 баллов хотя бы. Но это сумма не очень большая, около 4000 рублей, причем 1000 вам вернется на следующий день. Где вы такие видели кэшбэки, да? В нашем примеру магните 0,1% возврата за покупки кэшбэка. Ну, есть разница, вы можете это сравнить. Какая у нас красивая, нарядная упаковка, представляете? Вот эти продукты очень даже приятно держать в руках. И не грех подарить. Это премиальная линейка. Я сейчас принимала вот эти отличнейшие витамины, натуральные, на 99,9%. Такого тоже нигде нет в мире. Есть синтетические витамины, полусинтетические, а натуральные – это редкость. И тем более сейчас я пропиваю вот такой продукт, как нейровижн. И я могу с уверенностью сказать, что мне это очень помогает. Я продукт своего продукта. Сейчас я нахожусь на двух марафонах. Я успеваю в первых рядах попасть из одного этапа в другой. Сейчас я уже в 7-м. И, надеюсь, перейду в 8-й. То есть я успеваю писать посты. Я успеваю работать в социальных сетях с клиентами, с партнерами, с своей командой. Я очень много успеваю. Это, конечно же, благодаря не только моему острому уму, который у меня был всегда, но и премиальной нашей продукции. Присмотритесь, пожалуйста. Также я могу вам рассказать, что после болезни, всем известной ковида, у меня пропало обоняние и вкус. Либо оно было в таком извращенном варианте, что это, ну, сложно описать. И после программы очищения, ровно год назад я пришла в сибирскую компанию, я пришла именно очистить себя и принимать витамины. Ну, естественно, получать доход. Вот, рассказываю, продолжаю. Я пропила антипаразитарную программу, истоки чистоты. И буквально через 2 недели мое обоняние и вкус стали возвращаться. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Я свой туннельный синдром кистей рук, это когда онемение происходит, тоже победила, принимая магний. Его я тоже пропивала очень долго. Причем раньше я лечилась в стационаре, ходила к врачам, ничего не помогало. Их лечение было очень затратное, но... По крайней мере, для меня оно пользы никакой не оказало. А сейчас я не помню, когда я уже ходила в аптеку за этими дорогостоящими продуктами. Потому что БАДы – это еда. Они сами настраивают наш организм на то, чтобы организм работал. Наши клеточки начинали на этом уровне уже сами правильно настраиваться на правильный лад. А аптечное лекарство – это просто скорая помощь. То есть вы не причину свою побеждаете, а просто ее последствия. Скорая помощь. Про другие преимущества компании.
В нашей компании очень выгодно приобретать продукцию. Представляете, есть кэшбэк на кэшбэк. Что это такое? То есть вы приобрели продукцию, к примеру, на те же самые 100 баллов, это 4000 округлим. Получили 1000 баллов и на следующий день можете ее снова потратить. И вам вернется еще 250 рублей на следующий день, потому что вы получили кэшбэк 25%. И его же можете еще тратить на следующую покупку. Но тратим мы, конечно, из этого кэшбэка 90%. Это недавно вышел такой закон, по-моему, год или более того назад, не более в Российской Федерации. Поэтому как бы компания здесь не виновата. У клиентов есть возможность получать подарки. Ну, вы любите получать подарки? Я люблю. Я думаю, каждый любит. Так вот. За постоянство клиентам дарят подарки. Что это такое? Ты приобретаешь продукцию ежемесячно на 50 баллов. По истечении 3 месяцев тебе на выбор предоставляется подарок. Подарок в пределах до 1000. Еще 3 месяца проходит. Ты снова сможешь себе выбрать подарок, уже более серьезный. До 4000. Это могут быть духи, наши дейли-боксы, которые необходимы. Ну, дейли-бокс применяется ежедневно, саше в день и достаточно на целый месяц. То есть очень серьезные подарки дарит компания за постоянство клиентов. О преимуществах я могу рассказывать так долго, ну, не хватит времени эфира. То есть, если так подумать, да, качественная продукция, помощь экспертов, горячие линии. То есть, это, ну, во-первых, компания стабильная и надежная, более 28 лет на рынке, она международная, есть в 65 странах мира. Ну, то есть, вот даже этого достаточно. И, как бы, короче говоря, очень много перспектив. Сейчас я это прекрасно понимаю. Как я говорю, я бы хотела получать быстрые деньги, но, видимо, сюда я пришла за умными деньгами, потому что этот путь долгий, кропотливый, упорный. Здесь получают припертые и упертые. Я считаю себя и тем, и другим. Поэтому у меня есть цель, о которой я хорошо знаю. У меня есть команда, которую я поведу за собой. Недавно, не далее, как позавчера, мой партнер сказал: «Ира, у меня складывается впечатление, что ты живешь в Сибирушке». Я говорю: «Да, Лена, ровно год». То есть сначала я обучалась, изучала продукцию, изучала бизнес, очень много инсайтов получила, и теперь я их могу применять на практике. Я работаю в социальных сетях, сидя из дома, практически не выходя. Я могу работать в любой точке мира. У нас, кстати, есть программа путешествий, и вы не будете платить ничего за эту программу. Я посетила 50 стран мира и даже более, некоторые не по разу, но когда у нас прикрылось это все, сами понимаете, из-за ковида, я проехала всю страну от Карелии до Камчатки. И она у нас огромная, эта страна. Недавно мне сестра моя, вот буквально вчера, прислала фотографии, что в Карелии лежит до сих пор снег. Они там на снегоходах. А у нас вчера было плюс 30. Я горжусь, что я живу в такой огромной стране. Преимуществ много. Я уже говорила, да? То есть еще есть у нас автобонусы, жилищная программа и плюшек бесконечное множество. Только приходи, изучай. Обучение в команде бесплатно. Есть у нас онлайн-скула, бизнес-лайн-скул от нашей компании. Обучение в нашей команде. А в самой бизнес-скул 100 курсов и даже более. Опять же, приходи, изучай, делай. От нутрициологии до бизнеса и изучения продукции на любой вкус.
коучинг, все что угодно. Приходи, забирай. Делай. Иди к своей цели, иди к своей мечте. Не сиди ты перед экраном телевизора. И я помогу тебе это сделать. Приходи в нашу команду. Я поведу тебя к твоей цели. Я знаю, как это сделать. Мой жизненный опыт показывает, что я достигну своих высот, а ты достигнешь своих в моей команде. Ты придешь к своей цели, не к моей. И только от тебя зависит твой успех. Присоединяйся. Я жду тебя.